Добрый вечер, друзья. Сегодня программа «Гитарные формы», «Гитарный форум», которую я начал ее здесь. Это, можно сказать, уже третий выпуск. Вот. И я очень рад, что это продолжается. Я надеюсь, что это будет продолжаться, потому что планов много, гитаристов тоже много, а гитары, самих гитар еще больше. Так что надо поиграть. Я буду стараться все время менять идеи, но однако все равно это гитарная лаборатория, и я хочу собрать моих друзей и какие-то новые силы, которые хотят играть джаз, а может быть и что-то приближенное к джазу. Сейчас очень многое меняется. Тем не менее, те музыканты, которые играли раньше, частично здесь представлены, частично. Да, но есть и те, которые, ну, как бы посредине, middle, да, но есть еще и немножко помоложе. Они, правда, ну, не гитаристы сейчас. Ну, кто знает, а вдруг поиграют на гитарах, так тоже может быть. Тем не менее, я хочу представить вам тех, кто сегодня участвует в концерте. У нас есть маленькие изменения, может быть, где-то в программах написано немножко другое. Но мы постараемся сделать так, чтобы было все хорошо. На барабанах играет Вартан Бабаян. Вартан Бабаян на барабанах. Денис Шушков на контрабасе. И гитаристы, я два слова должен сказать, потому что знаю давно, и сотрудничество наше происходит в разных областях, и в музицировании, и, что самое главное, в педагогике, в образовании, в просветительской работе. А это тоже очень важно, особенно сегодня. Поэтому слева от меня посередине, middle, Ильдар Казаханов. Он занимается педагогикой в другом совсем городе, в Санкт-Петербурге. А сюда приезжает. Ну вот мы и встречаемся. А потом я в Петербурге, я думаю, там встречаюсь. Так что у нас есть один поезд, любимый, мы на нем туда-обратно и едем. Дальше от меня немножко Николай Головня. Николай Михайлович. Замечательный музыкант. Педагог, это тоже важно, и поэтому мне очень это, так сказать, прельщает всегда. И еще я очень люблю, когда педагоги играют, не только сидят за столом и показывают какие-то там ноты, но еще и могут показать, как это делается, и участвуют в концертной жизни. Вот это очень важно, поэтому я вдвойне рад, что сегодня Михаил здесь вместе. И вот я еще немножко справа здесь. Я тоже немножко занимаюсь педагогической деятельностью. Скорее просветительской, может быть. Это музыкальный салон «Аккорд», может быть, многие знают. Я там уже около 20 лет. Но вот стараюсь приобщить к джазовой гитаре, найти любителей в продолжении. Это сейчас трудно, очень. Но я стараюсь это делать. Итак, наш ансамбль, так называемый «Guitar Forms», сегодня в таком составе. Начнем с блюза, потому что без него нельзя. Это джаз. Бэкс групп. We'll be right back.
Thank you.
как для кого, но для меня всегда ритм – это прежде всего. Потом на ритм наслаивается гармония, а уже мелодия танцует. А не имея этих двух, особенно первого, ничего не получается. Ну вот мы стараемся, чтобы у нас получилось. Ритм – это прежде всего. Следующая пьеса – это «Lover Man». Thank you.
чуть посмелее аплодировать, так мало кто играет. Вот так правильно, вот так правильно. И пока мы высаживаем всего ног, все вместе, я вам скажу, открою маленький секрет. А может уже не секрет, уже давно все так известно. Мой папа был тоже гитарист. Никто не знает. Никто. О, замечательно, спасибо вам большое. В этом году ему исполнилось бы 100 лет. Бы. Вот. А где он играл, вы знаете? Нет. Нет. Вот я вам скажу, и вы сразу все поймете. Госджаз СССР. Представляете, как это звучит по-настоящему. Госджаз СССР под управлением Виктора Николаевича Кнушевицкого. Такое имя должно быть тоже, может быть, известно. Это было давно, до войны. Потом этот оркестр преобразовался, ну и так далее, и так далее. Но гитара была в Госджазе СССР. Поэтому все продолжается. И мы вновь все вместе. Пьеса, которая исполнялась, называется «Out of However». «November», извиняюсь. Да, да, так. У меня написано на английском, может быть, не очень четко, но тем не менее. Следующая «Don't get around much anymore». Thank you.
Николай Головня, гитара, Игорь Казаханов, Вартан Добаян, барабаны, Денис Шушков, контрабас. И в заключение первого отделения выступит дуэт гитар. Мы остаемся с Эльдаром вдвоем. Раз, два, три. А, выключился микрофон. Ничего. Программа «Гитар полностью» продолжается. Black Orphée.
Ребята, музыканты. Спасибо, друзья. Мы делаем маленький перерыв и продолжим. Спасибо. Мы продолжаем наше музыкальное действие. Программа Guitar Forums. Разные сочетания, которые я очень люблю. От соло до ансамбля всего. Три гитары, четыре бывает. Иногда и пять бывает. Всякое бывает. Сейчас мы начнем квартет. Ильдар Казаханов, гитара. Да, Вартан Бабаян по-прежнему на барабанах. И Денис Шишков поддерживает ритм. Квартет. Мы начнем с темы Alone Together. Наша такая особая пьеса, которая прозвучала уже давно в нашем исполнении, и диск, который продается там, по-моему, там обязательно купите, он так и называется «Alone Together». Квартет мы играем вместе с Эльдаром Казахановым. Не забудьте, пожалуйста. Спасибо. Thank you.
Thank you.
Secret love.
Гитара, трио. Замечательно. Видите, различные формы. Я стараюсь разнообразно это сделать, чтобы и стилистически было интересно, и по составу инструмента. Это получается такая гитарная лаборатория. Гитарные формы. А знаете, почему, откуда это название? Я вам открою секрет. Вот это уже не секрет вообще, по-моему. Guitar Forms есть название пластинки. Я тоже вспоминал, почему я так придумал. Я вспомнил, что есть такая пластинка под эгидой гитариста Кенни Лорелла, которая называется Guitar Forms. И там действительно гитарные формы. Там от гитары соло до гитары с оркестром. Посредине различные еще формы. Мне это тоже очень понравилось. Вообще я люблю различные такие сочетания. И вот я это продолжаю. Это музыкально-просветительская наша программа. Мы продолжаем все вместе. Undecided.
что же, я думаю, что мы начали с блюза и закончим блюзом. Ну так, захотелось сегодня построить программу. Так мы и сделаем. Это автор Соня Роллинс, Tenor Madness. Вот здесь всегда говорит, то было саксофоновое безумие, теноровое, а у нас гитарное безумие. Thank you.
Спасибо вам большое. Я надеюсь, мы скоро увидимся. Всего вам доброго. Меня зовут Алексей Кузнецов.